Эх, у меня совсем нет голды. Где бы ее раздобыть? Йоу, хотел бы посоветовать тебе телеграм-магазин по продаже голды Gallery Gold. Ребята недавно открылись, но всего лишь за 62 рубля ты сможешь приобрести 100 голды, а сама голда выводится достаточно быстро. Если ты всегда хотел приобрести голду максимально выгодно и быстро, то тебе по ссылке в описании. И всем вас, сапчочки, с вами я, Торнадо. Сегодня у нас новая демочка подлетела. 1 в 2, только с деглом. Я думаю, это очень интересно. Но я до этого уже пытался записывать, кстати говоря, и это оказалось очень сложным. Окно у нас. Вот это, кстати, неприятно. Это очень неприятно. Первый. Это неприятненькая ситуация. Найс, парни, забираем. Первый раунд есть, можно поесть с кайфом. Надеюсь, также и пройдут следующие раунды. Найс. Суть вообще в чем этого челленджа, что ты, блядь, играешь, ну, во-первых, 1-2, и тебе нужно с деглом как-то перестреливать калаши. И когда, типа, играют за КТ, да и могут и за Тера, в принципе, они берут дробовики, если они играют закрыто, то это очень сложно. Это очень плохо. Найс, первый есть. Парни, я даю флешечку. Киберспорт. Найс, хит есть. Найс, и второго забираем, парни. Вот, о чем я говорил, они начинают просто душнить. Вот они взяли дроп, они меня только что пытались задушить. Это мне просто повезло, что я хотя бы хиты даю. Из-за этого, ну, хоть как-то да получается их убивать. Если бы я хиты вообще не давал и промазывал бы, то, к сожалению, бы мы бы, наверное, в этом раунде проиграли бы. Апы. Let's go, bro. Найс, хит есть. Запушил. Неприятно. Еще один запрыгнул. Брат, ну ты же до сих пор в сете. Кого ты пытаешься обмануть? Да ладно. А ты не успел, брат! А что я дал, блядь? Что это? Что? Что это, блядь? Я думал, он пикнет меня, хотя бы забастится, я не успею раздефить. Ебать, что мы даем, пацаны? Охренеть. Это очень жестко, это слишком жестко, я сказал бы. Апа у нас есть. Можно скинуть хуешечку. Да ну нахуй эту игру, блядь, а все. Это пиздец. Что это, блядь? Пески у нас был. Парни, это просто пиздец. Что происходит, я не могу понять. Не, поэтому уже так не получается. Блядь, как я убиваю, типа, в воздухе, в голову? Что это за пиздец? И он начинает багать. Бля, это слишком жестко, пацаны. Что происходит, бля? Ну, на самом деле, я бы тоже так ливнул, на самом деле. Потому что, ну, это просто пиздец, что мы даем, мы 2 раза убиваем в голову, блядь. А сейчас вообще ванта был в прыжке в голову. Сука, что происходит? Come on, bro, блядь. Это вам не джентльмен, нахуй. Это пиздец, пацаны, я вам отвечаю. У меня так давно такого не было. Так, давайте попробуем спичок дать. Возможно, кстати, мидл. Я никого вообще не слышу. А нет, апа слышу. Так, он прошел. Смачок плохой. Братик. Мне кажется, блять, мне кажется, кстати, что мидл. Или что у него? А. Ну, у него пинг стабильный, он АФК. Ебать, парни, что я вытворяю, сука.
Это просто, если бы был патруль, меня бы сразу забанили, отвечаю. Да, у него до сих пор пинг стабильный. 70. Давайте заберем его. Бля, парни, ну довели до слез. Ну на самом деле я бы тоже ливнул, вот без приколов говорю, потому что это слишком жесткая тема, слишком жесткая. Просто, блядь, что я вытворяю, блядь. В смог типа въебал вантапом в голову. И там, ну там был не вантап, но тоже в голову. А чё, они все? Они все? Да ладно, я не могу поверить. Сука. Ой, блядь, наконец-то залет-накатка, пацаны, я эту игру пытался записать, чтобы вы понимали. А нет, все, играем. Я эту игру пытался записать, наверное, каток 10 я уже пытался, не получалось. Меня просто постоянно выносили. Не, у него пинг нестабильный, он играет. Да, он играет. Вы там, кстати, не забывайте переходить в телеграм-канал, я там создал чатик. И ВК-пейдж. Брат, не сегодня, братик, не сегодня. Ладно, значит, еще играем. 1-2. Если они полностью не вышли. Я-то не против, мне только в кайф. Вот, наверное, пытался этот видос. В общем, на него потратил, наверное, часов 5. И вот это вот, наконец-таки, залетная катка. Реально залетная. Потому что у меня сейчас просто летит. И в воздухе летит, все летит. Абсолютно все летит. Апа. Лови, брат, хуя. А, там авик. Можно его, кстати, попробовать запушить даже. Не-не. Не получится. Понял. Но это опасно. Найс. Я боюсь прыгать там под авик. Лучше не нужно этого делать. Лучше мы просто подождем, спокойно отыграем. Заберем его. Неплохой смог, бро. Попробуем сейчас пройти смачок на неожиданных. Его тут забрать. Найс. В принципе, все сработало, как я планировал. Переигрываем еще и по брейну, парни. Не забываем это делать. Парни, 7-0 уже летим с такими охуенными киллами. 12-0, 1-2 с диглом, пацаны, вы понимаете вообще уровень, сам масштаб контента, блядь. Просто какие же сочненькие киллы мы выдаем, пацаны. Это нужно постараться, реально. Я забыл, кстати, купить... Подождите. Я забыл купить дигл. А, ну он багает. На эмоциях забыл купить дигл. А там у него, кстати, дигл. Неплохо. Брат. Может, в воздухе попробуем забрать? Найс, парни, еще и в воздухе второго забираем. Найс, пацаны. В общем-то, такая демка получилась, пацаны, за такую демочку, просто ёбнутую. Я вам говорю, вам, вы обязательно должны прожать лайкосик. В общем-то, с вами был Торнадо. Всем спасибо за просмотр, пацаны, и всем пока.